Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Camry 2015 года выпуска. Автомобиль в темно-синем цвете с бензиновым двигателем объемом 3,5 литра, 249 лошадиных сил, КПП передний привод, налитых дисков, там еще везение, пробег 130 тысяч километров, имеются хромированные вставки, ветровики. У салона у нас кожаный салон, чистый, ухоженный, не прокуренный. Сзади подогрев задних сидений, управление музыкой. Впереди у нас также подогревы передних сидений, подогрев зоны дворников, управление шторкой, ключевой доступ, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, раздельный климат-контроль, кондиционер. Привод передних сидений, память водительского сидения на 2 персоны, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника,